будем наряжать нашу елочку, да? Наконец-то! Скарлетт, в тебя влюблена. Елочка, да, моя! Смотри, как она на тебя смотрит. Наряжала елочку Николь. Скарлетт, нет, это у нее первая елочка, которую она будет наряжать. Ну что, Николь, давай будешь показывать нам игрушечки? Какие у тебя есть, да? Две игрушечки мы уже увидели. Да. Святой Николайчик вам подарил, тебе и Скарлетт. Да. Там Мини-Маус. Гирлянда. Домик большой есть, да? Домик большой. Дедушка Санта-Клаус. Еще там домик есть. И фонарь вот у нас есть такой вот красивый, да? Ну, давайте вы будете доставать все, а? А как этого слоненка, Николь, звали? Как слоненка звали? По-моему, Дамбо, да? Дамбо. У него были уши огромные, он умел летать, да? Николь, мышка у него, дружочек был, и который ему перышком носик давал, чтобы он полетел. А ещё мама. И маму в клетку посадили, да? На нем летят, кто у нас? Дейзи и Дональдак. Дональдак, видишь? А тут Мини. Да, Николь написано, а там Скарлетт. Правда, отсвечивает вообще Скарлетт. Вот, Скарлетт. А тут на машинке такой крутой едут Микки Маус и Мини Маус. У нее такая птичка прикольная на шапке сидит. Вот, птичка какая классная. Машинка такая прикольная вообще. Ну что, давай дальше смотреть наши игрушки. Правда, в том году мы все их рассмотрели. Ну что, Николька, давай я тебе буду помогать открывать, давай. А Николь будет украшать. Да. Паровозик. Паровозик. А это что, вагончики? Вагончики. Доставай из пакетика. Да? Да, это мы, то, что мы купили в этом году. Это вот паровозик, который мы долго искали. А это куда? И домик. Да. Паровозик, да? А с другой стороны, там дедушка, я все время его называю Дедушка Мороз, но в Италии он Бабу Натали. Бабу Натали. Бабу Натали, а в Америке Санта-Клаус. Карлетт тоже помогает. Отпускаем паровозик? Да. Да? Так. Где там кнопочка? Ой, не достаю. А ну, Скарлетт, посиди. Давай. Он тебя побьется. Нет, что ему биться? Смотри, как он классно едет. А ну, папа, отойди. О, это же песенка играет. Да? Смотри, смотри, Скарлетт. Что это? Что это видишь? Еще и светится. Паровозик! Классно, да? А Мишка сидит вот у меня. Мишка, да, сидит на вагончике с подарками. Видишь, дедушка спешит к деткам, везет подарочки. Да. Надо домики еще здесь поставить. Типа городок у нас будет. Thank you.
Ну что, Николь, начинай украшать? Да. Бери какую-то игрушечку и вешай на елочку. Давай? Это. Давай, вешай. Ну что у нас последний штрих? Главные игрушки. Наши игрушечки. Это самое главное. Так, Скарлетт игрушечку, да? А я сюда. А ты сюда? Ой, папа, держи Скарлетт. Держу. Держи, Жень. Опа. Помогу. Они тяжелые какие. Смотри, как веточка нагнулась. Давай я тебе помогу. Куда ты хочешь? Вот сюда? Да. Давай, давай, давай. Ай. Помоги папе. Помоги веточку мне, помоги, держи веточку. Вот, вот. Все, повешали, да? Да. Вау, какая красивая елочка. Классно. Сколько игрушечек. Ну что, надо все зажигать? Да, домики. Ой, а здесь же у нас на этих игрушечках носики горят. Точно. Пап, а ну включи нам. А где ты класс? И? Носики мигают. Ну? О! Батарейка, наверное, не, горела. Только что горела. Да? Да, ну назад ее выключу. Так, сейчас попробуем. Выключили? Нет, не работает. Нет. А что-то светилось. Надо батарейку. А вот, нет, нет. Видите, мигает плохо, да, садится батарейка. Да, но оно плохо светится, батареечка. Ну что, будем выключать свет, Николь? Да. И включать елочку. И включать, и... Ой, у вас бантик упал на железную дорогу. Обычно. Включай, Дедушка Мороза. Ну что, выключаем свет? Ой, нажми, Николь, там надо паровозик включить, да? Да. Давай, выключай, папа, свет нам. И паровозик запускайте. Сейчас. Он тебя достает, наверное. А? А он не светится, да? Нет, фары впереди светится только. А и сзади фонарик у него светится. А он носик мигает у Дедушки Мороза. Давай все. Да, фара горит у него. Все, давай все. Домики так красиво светят. Вот. Маловато, конечно, паровозик светит, но красиво, да?